изменится в российских законах в этом году? Этот вопрос волнует многих россиян. Разобраться в юридических хитросплетениях помогли на мастер-классе в Химках. Профессиональный юрист Юлия Бедягина рассказала жителям о налогах, кредитовании, пенсиях, а также о закреплении в Конституции социальных гарантий. Законодательно закреплено условие, которому МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума. Предполагается ввести это правило в Конституцию. И еще одна косметическая поправка – это закрепление норм об индексации пенсии и достойного пенсионного обеспечения. Пенсия в настоящий момент индексируется 2 раза в год, но Конституция этого просто не регулирует. Встреча прошла в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Многие жители очень полюбили проект и с удовольствием посещают мастер-классы. Мария Жилина уже освоила технику оригами, создала денежное дерево и научилась самым разным видам рукоделия. Сегодня тоже узнала много нового. Мне было интересно, конечно, как молодая семья, капитал материнский, социальные какие-то вот выплаты, а также кредитование. Не секрет, что мы все погрязли в них. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей и активно поддерживается администрацией города. Обращались в администрацию города с просьбами запустить проект, который бы, первое, скрашивал досуг наших жителей, а второе, образовывал. Потому что вот подобного рода мероприятия, они, несомненно, образовывают нас, и тем они интересны. О ближайших мастер-классах можно узнать из бесплатной газеты «Химкинские новости» в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.